Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать про настольную игру «Мафия». Игра находится в картонной коробке. Внутри правила игры. Могут играть от 7 до 22 игроков. Для этого они наугад выбирают карточки с персонажами из колоды карт. В наборе 7 бонусных карточек, 9 нейтральных карт, которые ведущий раздает игрокам. Эта популярная и захватывающая игра не позволит вам скучать в любой компании.